Маша, ты что здесь сидишь? Сцена нулевая сегодняшняя. Поговорили? Говорили. Сговорились? Далить? Чего сидишь тогда, прималываешь? Портфель собрал? На чем сошлись? Нечем сходиться. Перебьются. Возьми шанишки, может, дорогу захочешь? Да не, не захочу. Садись, если совет. Я найду. Thank you.
Эти по меня приезжали? Павел Васильевич, ты бы сначала поздоровался. Ни к жене все не ломишься. Садись. Ну, рассказывай, какие новости. Галина как? Нормально. Че ей будет-то? Моя учет приболела. Врачиха говорит, надо в областную больницу ехать. В районную уже и лечить некому. Я им пилораму не отдам. А никто ее у тебя и не отнимает. Да ее на металлолом сдать больше дадут. Ну, жил же ты без пилорамы. Жил? Я понял тебя, Клавдий Степанович. Да погоди ты! Понял он. Че ты понял? Сядь! Мне из района по твою душу. Уже весь телефон оборвали. Сам глава полчаса по плеше ездил. Все просил тебя сговорчивее сделать. Эти заявились, конверты суют. Я их сроду не брал и брать не собираюсь. Отступитесь, Паш. Добром не кончится. А суд за пилораму ты будешь выплачивать? Я дом матери, в котором вырос, продал, чтобы денег собрать. Семью его на хутор в лачугу запихал. Паш, ну не смогу я отбить тебя от них. Ты думаешь, что у них первый конкурент на дороге? Да и потом, какой ты им конкурент? Они тебя дают, чтобы другие не развелись. Не отдашь пилораму, сожгут ее к чертовой матери. А то еще хуже. Вон, спалились мужика на Верове. Собаку насмерть забили. И его с женой чуть вдогонку не отправили. Оно тебе надо? Данилка, здорово. Здрасте. Со знаниями? Тоже верно. Это, батя, привет посылай. Тянешься? Не. А чё так? Боишься, мамка унюхает? Нет. Не лошарь, на, затянись. Еще ближе. Ну что за дом? Давайте, давайте.
Тетя Кать, давай помогу. Да не надо, Данил, я уж управилась почти. Ты воды натаскал? Да. Уроки выучил? Выучу, успею. Когда? Вечером проверю. Проверяй. Ты на какую сулиму опять доски переводишь? Сходил хоть на люди, хоть до паршинских ребят. Да пилами 100 досок мало, что ли? Да досок-то духу не жаль. Хлеб дорезать? Этого хватит. Может, Клавдий каким путем уговорит их пилораму оставить? Кто его слушать-то будет? А сам там подневольный. Каждую неделю он в район администрации Планицы едет. То на бензин, то на след. Не мешает, и ладно. Пяж будет, проживем как-нибудь без пилорамы. А я не хочу как-нибудь. Ну, живут же люди. Живут. А ежели как на Верове? У нас собаки нет. Ну, домонись, а. Может, поторговаться с ними? У нас парень. Без может. Когда совхоз разоряется, это тоже как и другие стороны. Как-нибудь. А то он глаза от меня остаток жизни прятал. Тогда времена другие были. Время у всех одно. Чеснок дай.
Спасибо, Дань. Без тебя мне словить. Решаем задачу номер 319. Из круглого бревна вырезают балку с прямоугольным сечением наибольшей площади. Найдите размеры сечения балки, если радиус сечения бревна Здрасте. Здравствуй. Чего тебе? Путь домой, мало еще. Да не мне. Не совестно брехать. Не батьке уже. Чё припёрся-то? А? Сиську-то у мамки давно перестал сосать. Уже другую подавай. Кобельё малолетнее. Получше ты ничего не мог взять. Тут магазин рядом.
Будешь? Как хочешь. Идите пока в хлеву посидите. На чё? Чем тут не видали? Добавки не-не. Ты сказала, нахер вышли отсюда. Живо оба! Вышли, я сказала! Возьму. Я тебя возьму. Вали давай. Не боись. Всё, не выпью. Чё застыл? Ведь дьявол там долго не высидит. Что, поехали прокатимся по пляжным окрестностям? А вы не знаете? Не так хорошо, как ты, нет. Поехали, у нас пиво с собой, шашлык. Отдохнем на речке. Поедем? Девчонка хорошая, такая грустная. Ну как же так? Садись, довезу. Не нуждаюсь. За баню обиделась. Прости, сглупил. Садись, по пути ведь. Не век сердиться будешь. Лес ураганом поломало, как спички. Много? Да нет, не очень. Полосой. А я тебе совсем не нравлюсь. Главное, чтобы ты Гальке своей нравился. Так я не у Гальки спрашиваю, у тебя. А у меня, Паш, муж имеется. Муж? Объелся груш. Колька муж? Высадь, я дойду. Может, я тоже на тебя жениться хочу? Это как? Да вот так. С Галькой разведусь, на тебе женюсь. Ты мне еще детей родишь. Приехали уж, жених. Я серьезно. А чего я тебя на любовь ко мне потянула? Может, меня к тебе всю жизнь тянет? Время решится. Не получится у нас ничего, Паша. А ты не торопись. Подумай. Нечего тут думать. Едь домой, Галина ждет.
напугал. Ты чё, мамку зачем послала? Нет. А чё хотел? Помочь. Мне? А ты по что не в школе? Директор всех отпустил родителям помогать. Нас каждый год так отпускают на картошку. Ну, давай, помощник. Лопату бери. Пить хочешь, Дань? Пойди с кухни воды принеси, я тоже попью. Ты где был сегодня? В школе задержался. Отец целый уповод один лопатой хрястал. Это с радикулитом-то. Вырос помощник. Не стыдно? Ужина через полчаса приходи. Одетым мыться будешь. Ногу подними. Другую.
ступай сюда. Здорово. Здорово, Степан. Здорово. Что, все срезали? Все урожай до центральной ветки. Поизмываться приехал? Над чем поизмываться? Этот же вроде в завязке был. 3 месяца. А вчерась как назло нахлюпался. Проспал гостей, змей. Пахнет еще. Твоя? В нашем магазине таких нет. Ролих этикетки не лепят. Брат зимой приезжал. Привез. Тимофеич. Сука. Может, ты им помогал провода срезать? Брат не приезжал. Выселила бы она у тебя зимы. Да отпустите. Кто? Не нашинские. Похоже, с района. Большой зил у них с кабиной синий. Номера. Так. Ночь темная, грязь заляпана. Она ж кормит тебя. Кормит же. А ты ее за пол-литра пробовал. Пошел вон. Переложь бытовки. Если кто сунется, не стесняйтесь. Паша, ты же понимаешь, что это были они? Клавдий Степанович, ехал бы тоже отсюда. По-доброму. Да я-то поеду. Слышь, на прошлой неделе Агафоня партизанка отошла, так что в дальней не осталось никого. Тех проводов тебе хватит. А трактор с телегой я тебе дам. Так мне же москвичи на лето приезжают. Ничего, без света посидят. Бедра в дом снеси.
Мать хочет бабку к нам перевезти. На медвежий дом освободиться. Я его отремонтирую, там жить будем. Так уж прямо жить. Ну да, как муж и жена. Не старовато жену-то себе нашел? Нет, ты молодая и красивая. Я буду хорошим мужем, пить не буду, работать пойду. Батя по-любому на пилораму возьмет. Ты уроки-то когда учить будешь? Найду время. Ты что-то сегодня рано со школы. Не прогуливаешь? Нет. Я из-за тебя на ферму опаздываю. Уроков сколько было? 6. Двоек нет? Нет. Тебя почему так долго не было? Ты после школы где пропадаешь? Я не пропадаю. Я на тренировке был. Сама хотела, чтобы я дома не сидел. На какой тренировке-то? Я на волейбол записался. Физрук ведет. Рядом с соревнованием готовимся. Так. Суп на столе. Уроки учи. Стой. Животин, но непонятливый людей. Ты про кого? Да Данька мой переменился совсем. Учиться не хочет. Раньше из дома сидел, не выпроводишь, оно не пропадает, не пойми где. Как бы не знала, как он до девок вызлит. Подумала бы, что завелся, как костюрю. Заведем ты еще. Вчерашнее молоко с изнов телятам вылили. Маслозавод опять за гроши принимает, так куда его? Доучись, а потом заводи. Ровесник какая. Так уж вернее до учебы будет. Теперь еще в школе учится. А уж сами к мужикам в постель запрыгивают. А в наше время тоску хватало. За раз забили бы стадо. Ни нас, ни скотинок не мучили. Раслись, валить выгоднее.
Ну-ка, давай, я поставлю тебе Николу до избы добраться. Давай. Привет, Галь. Прости, задержался. Главное, в печи шаяла, так я ждала. Потом мой пьяный придет, угорит, не дай бог. Да стой ты, хрянка! Зачем матери про нас выдал? Я не говорил. Откуда она знает? Может, видела нас? А если кто еще видел? Здесь больше никто не ходит. Да и пусть видела. Поманить нам надо встречаться, Дань. Почему? Я больше школу не прогуливаю. Надо поманить. На время. Что она тебе наговорила? Не слушай ее, она нам не указ. Ты из-за Кольки? Он ничего не узнает. А если узнает, то я тебя в обиду не дам. Ученик-то? Днем не вижу. Волейбол играет. Волейбол? В школе, что ли? В школе. У Каськи Поповой в бане. Че, не понял? Понял. Ну, коли понял, так поговори с ним. Ты отец? Ему школу заканчивать, может, уже в училище поступит. Он с бабой связался, которая ему матери годится. Че из этого выйдет-то? Че молчишь-то? Сама-то что-нибудь поговоришь.
Возраст такой пришел. Ему все равно баба нужна. Пусть случай с Катькой. Да что ты такой баишь-то, неладно. А тебе чего охота? Чтобы он с какой малолетней одноклассницей подоль принесли? На-ка, мамка, понянчи. А люди узнают? Срамота-то какая? Макарон на плите, если надумаешь. Мне на вечернюю дойку бежать надо. А ей-то как не стыдно. При муже уму непостижимо. А Колька узнает, пришибет нашего. Он трезвый, дурной. А пьяный дичей дикого. Все, ушла. Чего хотел, Паш? Он же ребенок еще. Не понимает. Исковеркаешь пацану жизнь. Он, Паш, побольно с тобой понимает. Оставь его, говорю. Может, у нас любовь? У кого? Самой-то не смешно? Чё-то не пойму я, Паш, о ком ты печалаешь. Пацане или себе? Ну что ты как не мужик-то, а? Чтоб в субботу на дискотеке был. У нас махач с районными. Не придешь, урою, понял? Врубился? Я не слышу. Приходи, потанцуешь. Бабу понюхаешь. Пошли прогуляемся. Не ходи ко мне пока более, все, так лучше. Чем лучше? Давай едем на Медвежью. Бабка нас пустит. У меня есть немного денег. Летом пойду на лесозаготовку. Там заработаю. Все, да не на ферму, пусти меня. Почему? Да у тебя кроме меня еще столько девок будет. Я же тебе в матери гожусь, не в девке. Они мне не нужны. Не понимаешь, да? Скажу по-простому. Надоел ты мне. Наигралась. Неинтересно мне с тобой были, противно даже. И видеть тебя противно, и касаться противно. До тошноты. Прояснила?
вздумай завтра ко мне ходить. И далече тоже. У меня законный муж. Я здесь с ним живу. Мне второй не нужен. Допусти ты меня. Я тебя... Слава богу, присела. Еле управилась. Ну и где он? У этой, небось? Придет и куда-нибудь денется. Хоть ужинать явился, на том спасибо. Садись, пока картошка не остыла. Эвана как? Накормили? Вкуснее мамкиной стряпни уже. Скоро так и домой ночевать не придешь. Ну и что теперь? Дождались 16 лет. Всю жизнь парня загородила. Беда, Васильевич.
Только что в сознании был, стонал, матерился. Его медблок или скорую с района? Да какой медпункт? Там, кроме бинтов и гандонов, нет ничего. Сам в район свезу. Быстрее выйдет. О, Тише, давай. Давай. Ой, да сзади подкрались, не видел. Где в субботу был? Дрочил? Че ты съежился, как баба? А? Может, ты пидор? Поэтому не трахаешь никого. Каждый день будешь получать, как пидор, пока никого не трахнешь. Тебе чё? Чё, тихо. Тебе ж свет взял. Прокатимся? Юрка, слава богу, одним сотрясением отделался. Через неделю выпишут. Хорошо бы. Поговори с Данилой. Надо Юрку-то кем-то заменить, пока он на больничном. Не пьющих нет ни одного. Хоть Тимофеевича назад бери. Вроде говоря, закодировался опять. Брось, ведь учебу парень из-за нее. Куда потом? Только в армию. К ментам зашел. Покушение, говорю, с нанесением тяжких телесных повреждений. Они в курсе уж. Не было пилорамы, говорят, не было повреждений. Кем он без образования-то станет? Сопьется, как все. Пилораму ему. Херем, а не пилораму. Я из-за его с ума сойду. Паша!
Есть кто хозяева? Выходи за меня замуж. Пошел вон. Вон пошел, придурок, что вылупился! Тебе еще титьку у мамки сосать, а не жениться! Да сгинь ты, придурок! Мать, выйди. Нам поговорить надо. Не чула? Одного батьку резать будешь? Буду. Паша! Паша! Паша!
Васильевич. Ребята, садитесь. А кто-нибудь знает, где Света? Ее в больницу увезли. А что случилось? Ее районные изнасиловали. Молчи. Чего? Все равно все узнают. Данила! Чего стоишь? Одежду снимай. Угораздило-то. Сейчас согреешь, сейчас.
опять под колонной. В моей кровати. Домой иди. Никому ничего не говори, слышишь? Ничего не говори. Одежду в избе возьми. Иди домой. Иди.
Все равно унесут. Сколько отбыл, Катьке десятка светит. Что, нек? Забыл что? Это я Кольку убил. Я его ножницами в спину. Да побойся Богу. Данила, ты что говоришь такое? Он хотел ее задушить, я его убил. Ну-ка, замолчи. Замолчи, слышишь? Никому такого не говори. Все знают, что Колька Фролихова из-за бутылки порешил. Ты что хочешь? Из-за этого зверя в тюрьму сесть? Околела, ладно. Никто его даже не пожалел. Она не виновата, меня надо арестовать. Кто виноват? Кто виноват? Она и виновата. Ни за что мужа жену душить не станет. Не грешила. Тебя чуть с собой не волокла. Ты хоть меня пожалей. Никому ничего не говори. Хорошо? Ну-ка, обещай матери. Ты куда? В школу. По второму уроку еще успею. Прошу прощения, а где Данила? Он на большой перемене сел в дневной автобус в район. Купи ботиночки, Липецкая фабрика.
Могли отстоять, заметь, пораньше, когда только горбыли загорели. А почуяли-то уж пилораму огнем хватать стало. А что сейчас поребаете? Васильич, я тебе давеча не стал говорить. Вы и так за ножи хватаетесь. Перед тем, как пыханул, видел я, как Данька твой бёк осели. Прячься вот за тем кусьем. Сразу умолчал, вдруг зашибёшь пацана. Здорово. Ну что, как вам? Чем с тобой было? Я тоже, между прочим, двое суток не спал. Два убийства, пожар. А вот тут в колхозе пацаном уже косею. Что теперь еще будет? Да что будет? Со сливком зарастет, лес будет, кормилец. Я Кольку Попова убил. Ты кому? Это я Кольку Попова убил. Какого Кольку Попова? Ты кто? Сосед твой из Озерного. Сань, тут по твоему делу из Озерного пацан какой-то. Сдаваться пришел. Для стрижки овец. Он душил ее на полу, поэтому я ударил сверху, вот сюда. Он сразу упал лицом вниз, ножницы остались в нем. Она не виновата, это я. Послушай меня, Робин Гуд. Она меня защищает. А мне плевать, кто кого защищает. Подозреваемый хладнокровно убил своего мужа. Он сам убийца! Это мы без тебя знаем. Так нечестно, это я его убил, она его не трогала, я его ножницы... А ну закрой свой рот и слушай меня внимательно. Если хочешь пойти по малолетке, я тебе это быстро устрою. Она взрослая баба, в отличие от тебя. И отдает отчет, что говорит и что делает. Тебе дают шанс, у тебя вся жизнь впереди. Так что схватил свои ноги в руки и ушел отсюда. Бегом! Пока я не передумал. Я хочу ее увидеть.
Вышел. Иваныч, выпусти пацана. Здравствуйте, а не подскажете, где Светлана Лукашина лежит? Вы ее родственник? Одноклассник. Ну, я пойду. Зачем приходил? Просто. Ты меня любишь? Нет. Что творишь-то?